И снова всем здравствуйте. Небольшой видосик о своих грибочках, о пенечках. Давненько не снимал. Вот у меня грибочки на блоках. Урожай снимаю каждый день, через день. Вот они, грибочки. Вот кругом растут грибочки. Ладно, хочу показать о пеньках. Вот весь мешок проклевывается. Как идет обрастание грибницы и пня. Вот из-под чопиков идет мицелий. Сверху. Снизу через волокна пробивается. Вот чопик весь оброс. Чопики яблоневые. Пни прошли гидротермию. Часа 2-3 в варочной камере. Потом я их засверливал на глубину 8 сантиметров шнековым сверлом на 20 миллиметров. Засеивал мицелием и вставлял яблоневые чопики. Вот весь результат. Проклевываются все. Эти пеньки пойдут на грядку летом. Наверное, к весне они уже плодоносить начнут здесь. Что у нас тут? Грибочки растут, работает увлажнитель ультразвуковой. Грибочки, в принципе, кругом лезут. Карбоновый электрообогреватель. Температура 11 градусов тепла, влажность 76%. Точная вентиляция работает, шумит, если слышно на камеру. Ну, вот такой процесс на сегодняшний день. Грибы растут неплохо. Повсюду. Вот молоденькие лазают. Молодняка много. Это так. Кругом грибочки. Грибочки зимой. Грибочки к Новому году. Это всюду с блоков лезут. Сверху, с боков. Этот блок уже много плодоносил. Это все. Какая уже первая волна пошла, где вторая волна начинается. Ну вот, показал свои пенечки. Всем пока-пока.